Большинство курян болеют штаммом омикрон. За последние сутки госпитализировано 153 человека. На стационарном лечении находится 61 ребенок. Тем не менее, заболеваемость среди детей снижается. Школы детских садов, закрытых на карантин по коронавирусу, в регионе сегодня нет. Продолжается вакцинация и ревакцинация. Замгубернатор Андрей Белостоцкий поручил усилить работу в районах. Врачи выходят работы и в праздничный день. Вот вчера был, понятно, праздник. Но я вижу районы, которые, большинство районов по нулям, сидят медицинские работники, ждут, кто придет на вакцинацию, и весь день прождали, ни одного не пришло. Участники оперштаба приняли решение о снятии ограничений. С 1 марта к очному обучению вернутся студенты СУЗов и дополнительное образование. Также снимается запрет на посещение детских развлекательных и фитнес-центров, бассейнов и аттракционов. В обычном режиме будут работать общепит и фудкорты. Со всеми решениями оперштаба можно будет познакомиться на сайте администрации региона.